это баркас. Большой, белый. И мы его разобрали от всяких рыболовных нужностей. А что за баркас? Сейчас мы снимем наклеечку. Замечательная фирма Терки, 4-метровая. Сейчас мы ее выкатим на половинку, наверное, с гаража. Сегодня погода пасмурная. Вот, и я привез с собой всяких нужностей много. Будем ставить на прицеп ролики, шролики, шмолики. И будем размечать место на установку площадки быстросъема для электронного якоря. Поехали! И ролики я уже показывал. Килевой. Ставим его на это место, чтобы лодка сюда лежала килем. Будем ставить. Все, поставили, сейчас будем затягивать. Так, я поставил по-разному. Один пониже, второй повыше. Сейчас мы лодку накинем и посмотрим, будет ли он до него доставать при слипе. Ставим новые фонари водонепроницаемые. Короче, купил такой комплект, блин, сделал распаковку, да, с фишками, со всеми делами. И оказывается, что тут не все так просто. Вот сейчас соединили все так, как надо. Черный с черным, коричневый с красным, желтый с желтым, блин. А белый, оказывается, это масса. Часа полтора. Думали, что черная это масса. Нет, оказывается, черный это белый, а белый это черный. Логика, блядь. Господа СМЗЦА, вы там что, курите-то, блин? Жуть. Сейчас будем делать второй фонарь. 100 потов сошло, блин, пока это собрали. Ну, короче, господа из МЗЦА, блин, которые прицепы делают, видимо, там какой-то дальтоник работает, потому что с прицепа идет черный провод, который нужно соединить с коричневым, а коричневый, который с прицепа идет, нужно соединить с красным на фонаре. Белый – это черный, это масса, а, короче, черный – это черный. В 2 часа, 2 фонаря. Вон, блин, сейчас вот сейчас покажу, как они моргают. Ну, фонари, конечно, классные. Вот такие фонари. Но они еще не на своем месте, не прикручены. Надо рассверлить побольше под штекер отверстия и посадить их на свое место. Вот так вот. Как выяснилось, ролики тут нахер не нужны. Потому что до киля места еще хоть, блин, не за полметра, блин. Все, на сегодня закончили. Следите за новостями. Будет много обновлений по лодке, по прицепу, по мотору и прочему. Вот. Thank you.